стадиона. Выходят редко. Едем сегодня отводить делянку. 40 гектаров, блядь. Мини-маркет. Ой, магазин мини-маркет. Сельсовет, да? С флагом, блядь, России. Заезжаем в лес. Сейчас, скоро. А тут же где-то клуб должен быть. Нет, вот тут. Вон он, в кустах, А тут один уже такой. Новый не достроили. Работу разобрали новый. Он не достроился. Нет, почти. Ну, советская власть кончилась. Справа сюда будет станция. Дома с балконами. Вот здесь справа. Я его вытаскивал. Включился почти сразу. Вот хотел показать. Вот у нас в России даже в лесу дороги асфальтированы, ебаный рот. Пусть это старый асфальт, но, блядь, вон хороший. Можно ездить по асфальту. Это мы уже в лесу едем, недалеко от деревни, метров 500. Больше, да. Сколько населения Покровского? Куда я знаю, да. Ну, человек 500, наверное, да? Нет. Ну, до 1000. Да ну, еще дохуя, да. Человек 500, наверное. Раньше было дохуя, блядь. Вот дороги в лес асфальтированы, блядь. А в Чагоде не асфальтированы. Лет 5 советского власть была бы, и Пустинская дорога была бы, здесь все было бы. Да и сейчас где можно надо, только жму денег, там надо сосать. У вас есть борщевик? Борщевик вот у нас растет. Культурно. Культура сельскохозяйственная. Растет везде у нас. Размножается. Могу выслать семена кому надо. Борщевик достигает размера, наверное, метров до 3, да? Высоту. Корм животному хорошее идет. Теперь в этой местности растет у нас везде. Боже, тут горох посеял. Даже недалеко от меня и то есть борщевик, где я живу от дома. Поле какое-то там за посадкой. Не горох. Вот у меня хозяин, блядь, по асфальту не ездится, попривык по грунтовке. Вот сказал, уехал на асфальт. В общем, едем. Еще в деревню какую-то. Тут вон сколько борщевика. Ты вон в гостиной, ты близкий, блядь. Блядь, пьется там, заебись, ничего, сладость. Вон там чуть-чуть, а раз вот там топчит, 0,7 уже колбасит. Ты не поверишь, это не пьяный. Да так хуёво ещё было, не было, ну тут палёные виски, блядь. Вон дом борщевик, блядь, по крышу. Как ты сказал? Три с хуем, блядь, наверное. Вон аппарат звонильный. Живут ещё тут, вон травишки. Банька, холодец новый. Последний дом. 5-3 деревни, 3 двора или сколько, 5 дворов на холму, 3 деревни. Едем дальше в лес. Тут Берег... стала песчаный карьер. Грунтовая еще дорога. Это. Значок «Свалка мусора запрещена». Песчаный карьер здесь.
че, сюда за песком можно ездить? А тут я вещи такая. А дальше там озеро есть. До озера, бля. Островское. До озера надо еще ебать. Островское озеро там где-то за болотом. Прямо. За болотом где-то. Мы рядом с озером поедем. Ивана чая до хера, мы по нему даже ездим. Можем себе позволить. Засниму, как мы. У меня хозяин уничтожает Иван чай. Дороги. Вот. Поебали. Через поле еще, наверное, километра два. Ну, вон туда нам надо. Вот изверг. Иван чай давит. Я по одной колее еду. По одной колее. Все издавил. Иван чай. Трется об мосты, а там масло хуясло. Это экологическая катастрофа. Это мосты чистые. А потом кто-то соберет этот Иван чай, продаст людям в магазине, и будут люди пить масло твое, отработанное с мостов. Вот борщевик в перемешку с этой, с Иван чаем. Иван чай где-то метр в высоту доходит. У нас сухот, поэтому он не очень высокий. Местами есть вон. Ну, местами, да, вон, там полтора метра есть местами. Это было поле раньше. Это поле, да. Вот у меня подписчик спрашивает, восстанавливается ли лес. Вот это поле. Вон тут березок, хуёзок растет. Ну как подписчик? Не подписчик, он сначала меня обозвал гондоном, блядь, что это, я лес рублю. А потом вроде бы переубедился, что, в общем-то, не так все и плохо. Он и вам чай. Выше капота, ну. Выше капота, а вчера еще был ниже, подрос за сутки. Он хозяин, бля, у меня не жалеет нихуя. Давит, блядь, все, ни себе, ни людям, блядь. Борщевик. Сейчас поедем еще через кусты. Слепней гора. Но еще не так много. Сейчас приедем, будет вообще пиздец. Вообще он еще будет. Дальше там наломано у меня. Ветки сами. Не ветки, а две березы сломаны слева. И замято это. Иван чай намят. На дороге. Здесь. О, видишь, сломано. Повредил я две саженца березы. Так выезжай дальше. Ну, сейчас нам вон туда идти надо. Все, приехали, курнули. Вон тут, блядь, налетело. Собаку взяли, собака вон ловит. Петуна лижет, заодно этих ловит. Я тут что, блядь, гнездо что ли несу? Вон тут гнездятся, ебаные, да. Как пчелы, блядь. Может, они думают, что они пчелы? Там топор-то где-то у меня валялся. А? Под ногами нет. Ай, бля! Ёбаный урод, ёбаный. Дима у нас в кепке. Валера тоже в этой хуйне. И я. Ну, Дима у нас тоже прячется. Mm-hmm.
Так дальше-то застегивай, пролез уже в дырку. У меня застегнуто, у меня же две. А, у тебя две? Да. Или у тебя не как у нас лохов, ну, блядь. Блин, застегнуло, бензин-то, сливай. Ну ладно, в общем, сейчас пойдем вон туда, там включусь, как будем работать, покажу чуть-чуть, как отводится делянка. Вот идем, прорываемся в делянку. Вот такой, чтобы отвести эту визиру, надо вот такую поеботу всю схуярить. Борщевичок растет. Крапива по грудь. Дрова лежат, кто-то оставил. Дорога. Канава. О, тут заебись прохладно. И этих нету, заметил? Кончились эти. Нету, блядь, заебись. Валера, у тебя нету этих? Этих слепней-то нету. О, блядь, прилетели откуда-то. Зашли в лес, и слепни кончились. Хули, в ельнике, видать, им хуёво летать. Смотри, вот визира шла раньше. Идет. Привязка-то, да. Вот эта визира. Старая. Вон дерево натёсано. Ну, собака бежит. Попер. Попер, попер, попер. Собаку Попер зовут. А я его называю просто поплавок. Промахнулся! А тут... Кусают? Тогда они тоненькие. Мне вчера наебали, да опять рука опухла. Что у тебя еще опять на меня ругаться? Опять, говорит, визира кривая. Он зубы соль, он так смотрит. Опа, а там и криво, ебаный уже. Все, пиздец. Заготовил опять вот такие вешечки. Топориком. Сейчас пойдем куда-то. Куда-то вон туда и пусти ебеня. Будем отводить вот этот лес. Восемь-двенадцать тысяч гектар. Ой, тысяч кубов. Что, время вечер. Вот пошли мои коллеги туда к УАЗику. Вот оттуда отвели, вот сейчас сюда, в этот угол пришли. Ну там такими уебонами. В общем, идем к машине. Жара, слепни, хуепни летают. Эти. Вон, чай-то этот. Растет борщевик. Наверное, что-то там не получилось у меня снимать. Как я отвожу некак, ну, никак. Вешки рублю, прорубаюсь. Визиру гоню. Ну, а дорога наша. Сейчас едем домой. Придем. А еще хозяин там веток березовых нарубит себе на веник. Едем домой. Пришли к УАЗику. Скажи, бля, пускай директор носки выдает, теперь они рукавицы на. А че? Ебаный уржет опять. Набились угол, бля. Бедная собачка. Собачка бедная прячется. Ебаная. Как пчелы нахуй на ебаный. Собака хоть поест. Поплавочек. Че ты обедаешь? Куда ты побежал-то? Ебаный рот. Бля, прикинь, я сколько сразу ушатал.
Наверное, штук 50 сразу ёбнул. Ладно, в общем, ну, сапоги чьи-то. Ладно, в общем, едем обратно. Время 6 час. Ещё начало 6. До 29 минут.